Привет всем. Идем дальше. Ну-ка, если что тут есть, может нет. Ладно, нашли. Что? Кто здесь? Нету никого. Непонятно. Неясно. Показалось все-таки. Хочу его. Да. Скорее всего. Так, а как патроны-то менять? Ну-ка, ага, вот же, блин, у меня куча патронов. Или стоп, или это... Сеньор, сеньор, так, ладно, что такое? Тревога! Красные! Блин! Где красные? Да где они? Видел одного! Спрятался гад! Надо искать! Видишь его? Нет! Почему не видишь? Несем потери. Но вы, блин, даете. Тра-та-та. Та-на-на-на-на. Тревога! Красные! Где красные? Где красные? Видел одного. Где зеленые? Где синие? Видишь его? Сеньор, сеньор. О, давай, чё это же? Это же схрон. Нет? Тревога, красные! Да где они? Да хер его знает, где они. В голове у тебя. Ничего, кому-нибудь, прячься. Недолго осталось. Сеньор, сеньор. Тритам, тан, тритам, 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 тритам. Только прятаться и может. Ну что, пошли искать комиссарчика. Мы пошли. Только может и не комиссарчик это. Хм.
Железные доводы. Железная логика у вас, пацаны. Не понял. Не оборзел я. Получай, коммуняка! Ну, коммуняк! Клёво. Я б, конечно, с дробовичком походил, но патроны... Золото практически. Хотя... В этом прохождении что-то особой нужды я в них не испытываю. Так, а можно залезть? Или нельзя? Можно. Сеньор, сеньор. Зачем? Это мой вопрос. О! Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, нет, нет, нет. Бесит туда идет. Если бы эта тварь меня сюда не принесла, я бы никогда это место не нашел, бля. Ёптать. Чего ты ахаешь опять? Ходить нормально, но не видно же ни хера, бля. Как так, а? Так, растяжки были там. Ты ж тут летаешь, вали давай. Ушел.
ушел, собака. Точно ушел. Так, ну дальше что? О, жирная скотина. Готов. Вот эту зверюгу я завалил. Нифига себе. Я могу. Давай у него что-нибудь отрежем. Хвост. Или зубы. Или крылья. Может, летать сможем. Так, это я опять сюда пришел. Сеньор, сеньор. Где они лопочут, я не пойму. А, мне вообще куда-то туда надо. А, вон они. Понял, понял. Да, похоже, и вправду непростой. Ну что? Да ты сдохнешь, нет? Эту хрень расхреначили уже, господи. Ни разу не попали, но зато, блядь, этот противогаз весь треснул. Кто стреляет, блядь, ходить, ну ты правда бесит, ну сколько можно. Блядь. То одно разрядится, то другое, как жить-то? Дайте противогаз. Так, тут еще какой-то подъем есть. А, тупиковый. Тревога! Враг! Что? Где? Откуда? Блин. Прячется мутант, значит трусит. Прям трусит. Мутант заблудился, ёптать. Противогаз ищет хороший. Не найдет никак. Так, стоп, может мне... Короче, другого входа я не вижу. Может быть, он, конечно, и есть где.
черная обходчик. Не, это точно граф. Но я его не вижу. Спокойно. Куда идти-то? Сюда, что ли? Здесь, походу, я сдохну. Тьфу, ёб твою мать. Так быстро. Нету. Где меня десантировало? Ну, пошли зарабатывать новые нашивки. Заработали наши шутки, бля, новые. Или со старыми походите пока. Сеньор, тар-та-тарам. О! Я зря туда лезу. Эта тварь живая, что ли, бля? Ебали, сука, нахуй. Тихо. Ну обезвредь, что ли, блядь? Подох. Куда идти, не ясно. Да, блядь, ну как ты меня достал-то? Я за стенкой был. Да вы заебали, блядь, ну, такими, блядь, приемами уже в натуре, ну, ну сколько можно-то? Чё за бред, блядь?
самое поганое. Да пошел ты нахуй, а! Я вообще не понимаю, что надо, блядь, этой игре. Ну промазала же, блядь! Мимо пролетела, какого хуя? Ты пиздец, бля! Чит какой-то! Сраный. Ту, блядь. Сраные кнопки еще путаются. Ту, блядь. Ненавижу вот такие вот, блядь, вот, прям пиздец как ненавижу. Поубивал бы за такие решения. Это не сделал, что ли, типа? Хуёлис, блядь. Войти. Ну, сраное говнище, еще не видно нихуя, блядь. Иди-то, блин, сюда, шо? Там я помер. Один раз, здесь я тоже помру. Здесь нельзя прыгать, здесь помрешь. Ладно, короче, найду путь, продолжу запись. Что-то вот нашел куда-то. Куда-то вышел, куда вот только. Какая-то секретная местность. Ну или не очень секретная. Трактора какие-то, экскаваторы, нахуй, слышишь? Но идти в другую сторону, бля, показываю вообще. Я пришел отсюда. В любом случае, что-то говнище какое-то лежит. Ничего не поймешь. Где я, не ясно. Тут радиация, что ли, не пойму. Блин, нафиг я сюда упал. Как отсюда выйти теперь? Пипец, в натуре радиация. Как отсюда выйти теперь? Это вопрос. Так же, что по экскаватору. Д
Да хрен я туда допрыгнул. Не, допрыгнул, смотри. Ладно, пойду еще поищу. Тут еще что-то, какой-то проход. Как будто бы. А, так это... Начался... А, ты, блядь. Слепой хер. Не, подожди. Тут я был уже. Господи, я кругами хожу просто. Не знаю, куда идти вообще. Фильтры улетают, блядь. Тут вообще пиздец, ну ура. Не успеваешь менять. Что за фильтры такие говняцкие, китайские, что ли, блять? Ну что, вниз, что ли, прыгнуть? Сейчас спрыгну, опять где-нибудь чуть-чуть. О, сейв был. Наверное, правильно иду. Так. Ой, как там найдешь, блядь? Собственные яйца найти не можешь. Найду. Искатель сраный. Сеньор, сеньор, пара-па-па. Что бы с этим фонариком сделать, а? Хорошего. Чтобы он светил нормально. Убитый! Тревога! Красные идут! Четыре пули в спину, вообще похуй, блять. Как будто... Несем потери! Как будто не автомат Калашникова, а, не знаю, рогатка, блин. С пластилиновыми пулями. Как так? Блин. Конечно, закрыто. Еще было открыто. Сраное говно ты играла. Блин, а как это открыть, интересно? Там пульки, наверное, лежат. Дайте ключик, сволочи. Найду, точно найду. А я вот, пожалуй, наверное, не найду. Че ищу? С таким освещением. Thank you.
Блин. Короче, я не знаю, где искать ключ от этого сейфа. Может, здесь где? Пипец, лампа. Светит на 3 метра, блядь. И все, блядь. А дальше чё? Фотоны заканчиваются, да? Заканчиваются движения. Делись-то, бля.
не совсем линейно это все. Эй, что такое? Куда-то попал. Теперь мне было ясно, что черную станцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман ждал меня там, я должен был рискнуть. Ну хоть видно что-то, бля, наконец-то, ёптать. Наконец-то я хоть что-то вижу. А что так долго? И где Павел? Неужели он... Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придется действовать одному, прости уж. Выруби их генератор, в темноте будет легче проскочить охрану. Вот, возьми. Че это за отстой? Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полису. Так, что это такое? Это, наверное, получше, да? А какими патронами стреляет? Такими же, как калаш. Чё-то я не совсем Форштейн. А, это типа деньгами стреляет. Не, ну я, наверное, калаш лучше возьму тогда. Калаш, вот эту дрянь. Ладно, вообще, хрен с ним. Обязательно с этой стороны, что ли? А посередине нельзя это сделать? Как семья? Ни один хер. Папа не скучает. Твоя пока. Да откуда мне знать? Я их уже месяц не видел. А теперь мы тут застряли. Точно. Выруби генератор, говорит. Ага. А кто будет детей твоих кормить? Может, штурман? Эх, что за жизнь? Может, бросить все? Взять семью да сбежать на Ганзу? Ну блин, ну я же... Я же не дошел даже, ну какого хрена она сработала? Ничего так, пушечка. Оптического прицела не хватает только. Наверное. В этой игре ничего не вижу, правда. Ай, я куда-то уже далеко зашел, но подожди, надо там осмотреться. Так.
Та-т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 а-
Выруби, говорит, генератор. Еще бы знать, где генератор. Выруби генератор. А где генератор? Непонятно. Кто идет? Никого нет. Я ползу. Что? Кто-то? Так. Прячется, мутант. Значит, трусик. Где они орут все время? Я никого не вижу, блядь. Меня зато все сразу видят. Меня бы на настоящей войне уже 150 тысяч раз убили. Так как я воюю сейчас. Ну, коммуняка, ты допрыгался! Теряете хватку, поэтому теряете солдат. Я воевать не умею, а вы вообще не умеете никак. Где эту локацию, вообще не помню. Куда идти, вообще не знаю. Где генератор, я и подавно не знаю. Ползаю тут как крыса. Фиг его знает. Так, тут я вроде был.
А, можно было вот так проползти, да и все. Нет, нельзя. Или можно все-таки? Можно. Фи. Тут что-то уже нет никого. Или попрут сейчас. Как обычно. Из ниоткуда. Пум-пум-пум-пум-пум. Хрен знает, а куда, чё, зачем, почему. Ладно. Пойду я, пожалуй, вперед. Или погодь-ка. Вот это чё тут за хренотрень? Ага, может, это есть генераторная как раз. Теперь уже, конечно, поздно отключать в любом случае. Но для полноты действий, так скажем. Ну. Сейфы какие-то. Заперто. И тут заперто. Тут что? Кто сказал мяу? Любопытно. Ладно, стоп. Блять, вот ключ лежит. Пойду вернусь. Наверняка от какого-нибудь сейфа. Точно. А этот не хочет. Ну ладно. Револьвер какой-то, да? Кидали. Тут что? Ты что-то не туда пошел, по-моему, опять. Хотя тут столько ходов. Я приду. И скажу прямо в лицо. Я. Бухой, что ли?
Так. А, это я с другой стороны вышел вообще. Начало локации. Сеньор, сеньор. А его надо убивать или нет? Слышал раньше историю о метро 2 и невидимых наблюдателях? Нет. Труша, убежище советских богов на время... Зря ты, парень, проснулся. Не проснулся, был бы живой. Не-не-не-не-не, нету никого. Блин, я ведь так и не нашел генератор. Вот же хабар, дайте. Метро 2 – убежище советских богов на время Рагнарока, если силы зла держат вверх. Наш обычный метро 2 для пастухов. Блин, что-то я как-то не пропускаю, что ли, ничего. Только я вернусь. Там еще какой-то был проход, вообще-то говоря. Ебать, тут еще какой-то проход. Да, вот это тут закоулки. Похлеще, чем где бы то ни было. А, все, вот сюда вот. Да, вот здесь надо посмотреть, что. Что тут-то было. Я что-то дошел так, а. Почему они не хотят, чтобы просто люди не знали? Тревога! Несем потери. Солдат теряем. Нашего подстрелили. Прыгался. Блин, опять все это расхренали. Маску разъебенили. Что я снять вообще? Чё я не хожу? Плохо так говорит. Плохо так говорит. Да уж. Хорошего мало, мужик. Это что, такая же дрянь, как у меня, что ли? Ага. Вроде бы да. Ой,
что-то я как этот, как слепой котенок. Ничего найти не могу. Что такое? Что за красная дрянь? Ничего не найти не могу. Ни... Ага. Ну, что-то нашел. Пошел, что ли, что-то встал. Куда иду? Хрен знает вообще. Главное, куда-то иду. Хотя я не уверен, что это главное. О! А это что за отстой? Включил что-то ты? Выключить надо было, да, включил зачем-то. Калаш какой-то модный. У меня же нет калаша. А, есть. Только этот с глушителем, зараза. Надо уже до сейва дойти. Паучки, паучки. Откуда в Московской области такие здоровые пауки? Объясните мне, дураку. Тоже мутация. Артём, братик, блять, я чуть тебе в маслину. Залезай сюда и передохни. Не засадил, долбоеба кусок. Ладно. Сейф-то будет, нет? Скоро мы будем в полисе. Ага, ну вот, значит. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что-то страшное.